Несмотря на снятие большинства ограничений, ношение масок в общественных местах – дело обязательное. Тем более, что кроме коронавируса осенью легко заразиться острыми респираторными заболеваниями. Народные дружинники, представители управления дорожного хозяйства продолжают проверки по соблюдению масочно-перчаточного режима. Проверяют магазины, торговые центры, кафе, рестораны, транспорт. Особое внимание к представителям бизнеса. Проведено 16 профилактических бесед. До сотрудников доведена информация о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Казалось бы, санитарно-эпидемиологические правила Роспотребнадзора известны каждому жителю региона. Все же нарушители находятся. За один рейд не прошли проверку 3 торговые точки, где продавцы работали без масок и перчаток. На них сотрудники полиции составили административный протокол. Лучше дела обстоят с общественным транспортом. Из проверенных автобусов и маршруток лишь один водитель оказался без средств защиты. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.